Нам привезли окошко. Наше панорамное окошко. Двухметровое. Маленькое окошко. Стены уже утепленные. Ждут обшивки. Шла четвертая неделя нашей телестройки. Уже обшили внутри вагонкой. Практически полностью. Здесь вагонка идет вертикально. Здесь будет граница, мойки и самой парной. Окошко установили вровень со стенкой. Ну, потому что, чтобы вода не затекала на подоконник, это мойка, поэтому... Поэтому это нам не нужно. Окошко тоже поставили. А вот это окно привезут попозже. Его не сразу привезли. Поэтому пока без него. Метр 80 ты ляжешь, я с согнутыми коленками. Но я смогу лечь здесь. Ноги у меня чуть-чуть будут свисать до дверей. Потому что мы здесь на угол так косим. Вот, и высоту померили. Вот, высота. Отметили насечки. Сделали одну для тебя. Ой, для меня ну, прям... потому что ты не низенького роста, чтобы тебе удобно было сидеть. А вторую мерили по мне, чтобы я мог сесть, выпрямиться и не касался потолка головой. Ну, на втором ярусе, естественно, снял. Прямо эргономика по справочнику Нойферта, да? Да. Здесь получается вот дверь, открывается наружу. Специально скашиваем угол, потому что ты говорил, что 60 сантиметров. Для нормального прохода надо оставлять. Так, здесь получается пространство. А здесь потом я эту печку огражу балясинами. Ну, на всякий случай сделаю защиту, чтобы как ограничитель, чтобы никто не коснулся случайно. Начинаем возводить перегородки. Есть стартовая планка. И с другой стороны. И с другой стороны. Перегородки. Под вагонку в парной еще укладывается вот такая вот фольга. Специально, чтобы тепло не уходило, а отражалось и консолидировалось в парной. И божественное наше панорамное окошко. Огонь. Угу. Вот, ну, в принципе, довольно-таки большая комната получается, больше, чем казалось на плане. Хорошо, что мы сделали прихожку сразу при входе, потому что я сейчас так подумала, если была бы просто вот отсюда начиналась комната, как изначально был коридор здесь, то, наверное, маловато было бы места. И те же всякие, все хранение, которое у нас будет в итоге здесь, непонятно, куда бы мы... пихали, видимо, на стену. Нет, прям получается божественно. Хорошо. Прям зимой можно приезжать и кайфовать. И ни в чем себе не отказывать, да? Ну да. Из-за того, что печка выходит сюда, размер парной моечный, он достаточно маленький. Две двери можно открыть. Здесь оп, и оп.
и весь жар из печки просто протопит нам все помещение, а предбанник как раз, который мы сделали, оградит от улицы. Ну да. То есть не будет туда выходить тепло и холодно. Плюс здесь все утеплено намного лучше, чем наш основной дом. У нас в доме не утеплены полы, здесь полы утеплены, и стены здесь утеплены 150-м утеплителем, поэтому будет тепло. И потолок также весь у нас утеплен. То есть он утеплен не под крышу, а именно утеплен сам потолок. И ты тут помещаешься. Ура! Да, я наконец-то. Ура, друзья! Есть расстояние до потолка и славы.